Итак, ну что, дорогие друзья, с сегодняшнего дня Фельдман Экопарк стартует рубрика под названием «Видео привет». И если вы хотите поздравить своих друзей из-за границы, может быть, с другого города, тогда приходим к нам, снимаем видео и отправляем всем привет! Привет, Данька из 5 Б, я тебе желаю 2 чебурека и кофе. Привет, Влад, я тебе желаю счастья, здоровья и нового айфона. Здорово, братан, желаю тебе счастья, здоровья и чтобы ты купил новый себе ноутбук. Привет, Таня, передаю тебе привет из Фельдмана Экопарка. Желаю тебе всего лучшего в новом году. Привет, бабушка, поздравляю с Новым годом. Счастья, здоровья, любви. Я тебя люблю очень сильно. Привет с Экопарка тебе, внучка. Привет, Катюша, желаю тебе всего-всего самого хорошего в следующем году. Приходим в Фельдман Экопарк, снимаем видео привет, ищем себя в видео и отправляем своим друзьям и близким, кому вы их адресовывали. Такое слово не существует, поэтому не адресовывайте, а просто отправляйте.